этого времени она самостоятельно начала ставить российских митрополитов, избирая и посвящая их собором русских иерархов. Если не приходится удивляться тому, что враги православия с одной стороны и враги русского народа с другой изощряются в сочинении намеренной лжи про нас и про русскую церковь, то во всяком случае удивительно, что влиянию этих нездоровых и лживых измышлений поддаются и иные дружественные нам церковные деятели, как будто закрывая глаза на всем известный факт лживости и тенденциозности огромной части европейской и заокеанской прессы, в которой разрабатываются эти измышления.